Мой дом и воздух в нем, и поверхность, и объем. Чистота и свежий воздух в помещении твоем. А потом легко и просто вылить грязь из аквабокса. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Итак, вот я снова здесь. И нюхает цветок. Ага. Почему он так пахнет? Ну, знаете, мне нравится. Ошибаешься. Ты наркоман. Привет, ребят. Хочу немного переозвучку восстановить. В общем, что хочу сказать. Не знаю, что-то мне уже более-менее интересно уже на пару директоров все это все монтировать. Я, наверное, уже реально перейду на Sony Vegas 13, возможно даже. Возможно, мне даже там получится лучше. Но это не точно. Знаешь, кого я встретил вчера ночью? Твою мамку! Признавайтесь, скучали по работнику, а? Вот так вот бывает, когда ты становишься самым лучшим персонажем из этой гребаной игры, и тебя как-то послали нафиг, и еще ты любимый персонаж Мартина, и никто меня больше не оставляет. Проходит много времени, и наткнулся на Таноса. Остановитесь прямо сейчас. Я же вернулся спустя столько времени. Хотя, если назвать это спустя много времени, то я где-то недель три назад ушел. Недель две-три. Так что это не так уж и много, и не надо мне тут это драму делать, Мартин. Ну ты что, охренел, что ли? Ладно, понял. И вообще... Какого хрена мы сюда пришли? А, объясни, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что мне немного страшно, но мне на самом деле не страшно. Не надо мне такого делать драму, что я такой испуганный. Ну, реально. А, боже мой. Асём, две просьбы. Хорошо? Заткни, ебало! Ладно, согласен, плохой пример. Так, что там дальше? Знаете, как получить паучьи способности? Просто берешь и ставишь ставки в вазе на 3 топора, 8, 7, 8, 9, господи, это не то, сейчас. Короче, я паук, и сейчас вам скажу, как я вообще им стал. Пошел я, значит, на экскурсию. Меня укусил паук, я стал пауком. Человеком-пауком. Ну и все, дальше идут обычные рандомные враги. Нет, на что-нибудь нормальное, чтобы все понимали. Вот объясни мне, вот так вот, значит. Ну, неплохая идея, в принципе. Правда, я не уверен, что тебя потом это не демонетизируют. Не уверен. Ну, я не буду переводить это, как оно даже лучше. Так что это будет как прикол. Как часть из приколов, короче. Блин, тут у меня плохой комп. Ладно. Я пытаюсь как-нибудь. Но если что, я сразу попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Там всякое пока. Я сейчас запущу. Я сама неотвратимость.